Я ждал, что ты вернешься. Первая трасса была для раскачки. А это уже другой уровень. Посмотрим, как справишься. Трасса в твоем распоряжении. Дерзай! Но можно лучше. В шлепе. Почти получилось. Может, еще одну попытку? Я ждал, что ты вернешься. Первая трасса была для раскачки. А это уже другой уровень. Посмотрим, как справишься. В твоем распоряжении. Дерзай!
Главное здесь контроль. Может, тебе еще рано на такую трассу? Старайся лучше. Еще потренироваться, прежде чем возвращаться. Неплохо, но можно лучше. Похоже, я переоценил твой уровень. Попробуешь еще раз? Или потренируйся сначала на трассах попроще? Тебе статус знаменитости. Справляешься со всем этим вниманием на улицах? Работаю над этим. Хорошо. А то я вижу все больше патрульных машин в этом районе. Коп заходил посмотреть на мои бумаги, убедиться, что я проверяю права. Искал предлог, чтобы закрыть мой гараж. Но его же нет, да? Они пока просто не нашли повод. Знаю, тебе нравится внимание, но это не всегда на благо, понимаешь? Слава освещает всех, кто тебя окружает. Прости, я не хотел... Ладно, забей. О тебе я позабочусь. А Анна, слава богу, больше не гоняет. Не говори, что я так сказал. Просто знай, во что ввязался. Понял. До скорого.
гонку, и подвеска твоя. Перекрашивать придется. Быстро стартанул. Первым впереди всех, да? Обо мне не беспокойся, я просто жду момента, чтобы обогнать тебя. Шаги от победы! До финиша все возможно! Крутая подвеска. Пользуйся. Буду на связи.
That's what the gang say, yeah. Yeah. If you feel it fresh, then someone say, yeah. Yeah. If you live your life to the max, say, yeah. Yeah. If you make your money for the fam, say, yeah. Yeah. If you hold it down for the gang, say, yeah. Yeah. If you feel it fresh, then someone say, yeah. Yeah. Yeah.
Смотрю, кто-то подзаработал. Ну и тачка. We'll be right back.
Bitches.
Медленно, но верно, ты идешь к вершине. Скорее, медленно. Говорят, тебе надо пару серьезных улучшений. Зацени новые запчасти.
Возвращением. Садись где-нибудь и дай знать, если что нужно. Куда я денусь?